Она уехала. Как птичка улетела. Ее с нами нет. Понимаешь, о чем я? Оглянись вокруг, дом стал таким пустым. Сиди и не двигайся. Ослы, твои волосы никуда не годятся. И что мне с ними делать? Может, воспитать их? Я маску тебе сделаю. Минутку. Ты что? Что ты делаешь? Ты совсем с ума сошла? Это ужасно. Это хорошая маска. Сейчас нанесем на волосы, и твоя личная жизнь наладится. Мужчины начнут в очередь выстраиваться. Жизнь станет прекрасна. Ты с ума сошла? Все эти переживания из-за расставания тебя измучили. Ты совершенно свихнулась. Не понимаю, как это получается? Почему из-за твоих отношений страдать приходится мне? Это очень полезно. Ипек! Звонят. Надо открыть. Кто-то звонит. Кто-то звонит. Кто-то звонит. Кто-то звонит. Ипек! Что случилось? Я бегу! Откуда ты взялась? Ты же уехала! Хватит прыгать, как кролики. Вы поднимаете пыль. Мы проделали длинный путь и устали. Сделайте кто-нибудь кофе. Не мешай девочкам, папа, я приготовлю. Подними трубку, Мурат, я умираю от любопытства. Да, Тувал. Привет, милый. Признавайся сразу, что случилось? Что ты сделал? Рассказывай. Успокойся, Тувал, все нормально. Что это значит? Я сделал, как ты сказала. Боже мой, я же не ослышалась. Ты остановил ее? Нет, не ослышалась. Я остановил их на дороге. Романтика! И что же было дальше? Давай рассказывай. Давай, давай, поподробнее. Я жду. У меня не то настроение. Что значит не то? Кто и значит, поняла? Мне неспокойно. Милый, почему ты такой грустный? Повода нет. Как скажешь. Я сейчас за рулем. Поговорим позже. Алло. Он повесил трубку. Что происходит в твоей голове? Почему ты не хочешь мне рассказать? Молодой человек, купите цветы своей подружке. Спасибо, не надо. Вы бы расплакались, если бы не гордость. О чем вы грустите? Я вижу, у вас сердце не на месте. Что сделала эта девушка? Не надо себя мучить. Возьмите это для нее от меня. Простите ее. Спасибо. Возьмите. Он преградил дорогу, встал перед дедулей и сказал: «Вы не заберете ее, я женюсь». Как здорово! Это было так смело с его стороны, правда? И теперь я в сложной ситуации. О чем ты? О чем я? Мурат простил Хаят. Все чудесно, все наладилось. Но у несчастной Пек проблемы продолжаются. Мой усатик меня не простил. Он тебя простит. Надеюсь. Я осталась стоять на обочине. И что мне теперь делать? Да, Тувалханым. Бонжур, дорогая моя. Тревожный звонок. У нас проблема. Нужно немедленно приехать. Я сейчас не могу. Я не спрашивала, можешь или нет. Я сказала приехать. Вы меня заинтриговали. Что случилось? Давай без вопросов. Лети сюда. Я все расскажу, когда приедешь.
Девочки, нужно на работу. Тувалханым сказала это срочно. Что за срочность? Что случилось? Я не знаю. Она сказала сейчас же. Тогда беги. Давай. Привет, братец. Что это? Мы слышали, что произошло, Ромео. Ты преградил им путь машиной, простил нашу Бэмби. Я хотел тебя поздравить. Убери это. Что это с тобой, братишка? Ты выглядишь несчастным. Рассказывай, что случилось? Я думал, что... Что ты думал? Я думал, ты простил Хаят. Все не так просто. Да, не просто. Но ты не дал ей уехать. Никто не заберет у меня Хаят. Я ничего не понимаю. Ты ее любишь, не дал ей уехать, но ты несчастен, правильно? Так и есть. Надо бы как-то внутри примириться с тем, что она тебе соврала. Иначе конец нормальной жизни. Когда я был совсем маленьким, я видел во сне маму. Я хотел, чтобы сон никогда не заканчивался. Во сне я был так счастлив. Сны были очень похожи на реальность. Я и просыпаться не хотел. Теперь я проснулся и понимаю, что все вокруг — это сон. И я хочу представить, что я еще сплю, чтобы ненадолго сохранить это ощущение счастья. Забудь об этом. Пойми, ты ведь можешь начать все сначала. Сначала, да? Aşk laftan anlamaz.